Здорово, с вами Серега. Наверняка вы помните серию видосов мега прокачки, где мы прокачивали аккаунт подписчика на 90 тысяч кредитов. Я все же решил вас познакомить с данным подписчиком. Все-таки он Old Warface, подписан на меня с 2014 года, недавно вернулся в игру. Я хочу, чтобы вы увидели его первую реакцию на весь этот невероятный новый донат. И чтобы это приправить все невероятным интересным контентом, ребята, мы сделаем челлендж. Не совсем для него, потому что он и так довольный, у него есть топовый аккаунт. Мы запустимся с ним на мясорубку, и каждое его убийство будет оцениваться в 1000 кредитов. Он может играть кем хочет, как хочет, но есть одно интересное дополнительное условие. Если он займет первое место, получит еще сверху 15 тысяч кредитов на аккаунт подписчику. Если же не займет, то просто будет читать свои фраги, однако если займу первое место я, а я запущусь с АК-103, то от его суммы отнимаем 15 тысяч кредитов. Надеюсь, вам понравится такой контент, и вы поддержите максимально своим царским лайком и поучаствуйте в моем конкурсе, где я разыграю среди 5 человек по 500 кредитов на ваш игровой аккаунт Warface, либо же Kiwi кошелек. Чтобы принять участие, просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги, как всегда, будут в группе ВКонтакте, также на Ютубе вам придет уведомление, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра. Погнали! Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описание и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. После регистрации по любой из ссылок обязательно прими участие по последней ссылке с заданиями, где можно забрать подарки, а также купоны на скидку к пополнению счета и получить много халявных кредитов. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Привет! Привет, привет! Эй! Всем привет! Каково это, скажи мне, олдовому игроку Warface, вернуться после такого огроменного количества времени в игру? Просто охренеть, насколько много всего добавили в эту прекрасную игру. Всякие моды, куча доната. Думать, блин, как сейчас все это качать? И вдруг такой, опа, и не надо, оказывается, можно было 90 тысяч кредитов прокачка, и вот есть все самое топовое на аккаунте. Слушай, ну, блин, возвращаться в игру после того, что было раньше, это удивление, во-первых, потому что ввели всего нового много, какие-то моды, какие-то новые снайперки по 500 урона. Короче, я был в шоке, и я даже не знаю. Их по-своему, но там смысле. Она идеальна. Как видишь, я сделал челлендж, и сейчас мы с тобой запустимся на мясорубку, и от того, насколько жестко ты будешь играть после такого долгого перерыва, будет зависеть, насколько много кредитов на прокачку получит мой следующий подписчик. Поэтому постарайся, пожалуйста, запотеть. Да, Серег, спасибо большое. Я постараюсь, чтобы следующий подписчик тоже получил такое же большое количество кредитов. Извини, если разорю. Донатим еще нахрен. Нормально, я вообще запустился с АК-103. Ты, получается, с Ахелюном пошел играть? Да, сейчас пробую, прикольная пушка. Ты когда из игры уходил, этой карты уже не было, да? То есть была первая версия пригорода. Слушай, ну я застал вторую версию, но совсем ненадолго, потому что дальше планы мои с этой игрой немножко разошлись, но Warface не отпускает, как говорится, и я вот вернулся, чтобы вновь покорять эти вершины, пробовать себя в турнирах, может быть, даже. Пожалуйста. Ну, знаешь, с таким донатом, мне кажется, теперь даже в турнирах можно попробовать. А когда вот последний раз ты заходил, играл, насколько было это давно? Какая там пушка вообще была? Слушай, я заходил, ну, прям полноценно нормально играть, это, наверное, год назад. Год назад, тогда кракены, альфы всякие были. Это не год назад было. Я понимаю это чувство, когда ты думаешь, что, ну, что-то было год назад, альфа, кракен, это все было, ну, где-то на 19-20 год, уже потом это все не особо актуально было. Ну, либо ты, знаешь, играл с этими АК-альфами просто против топового доната. Но этот мета не было уже, знаешь, очень-очень давно. Охренеть, я с АК-103 нагибаю. С тобой соглашусь. Сейчас пытаюсь вот настреливать, чтобы подписчик следующий получил нормально. Но пока не очень получается. В планах, конечно, сделать мозголома, вышибателя. Не знаю, у меня, по-моему, все хорошо получается. Я запустился со 103-м, чтобы сильно много фрагов у тебя не отнимать. Не, Серег, играй, давай. Я где? Пока даже получается на какое-то первое место выходить. Мне прям
слезы ностальгии такие. Раз у нас олдовый такой Warface, я вот взял Акасу 3, знаешь, на него тоже теперь есть моды. Может быть, ты как Old Warface, тебе надо было альфа прокачать, все. Может быть, да. Да нет, ты че? Я не шарю, Серег, можешь подколоть, Играй, нагибай, у тебя сейчас, если ты с Ахелионом запустился, это просто самое просто, что ни на есть жесткое пухо. Там модификаторы вот эти стоят на патроны. Ты вообще вот видишь то, что отдачи у него совершенно нету? Вообще, вот я даже не привык к такому, и поэтому пытаюсь контролировать отдачу, знаю, что она всегда была. И, честно говоря, даже сейчас не могу попадать, но я думаю, я очень быстро привык. Попробуй просто, ну, мышку прям миллиметр вниз тянуть и все. Либо вообще, если не получается, просто жми даже в тело. Эта пушка, она просто даже в тело будет все убивать. Да, я понял. Вот и от бедра она хорошо. Короче, имба, Серег. Она полностью хорошо, невозможно было добавить пушку лучше. У тебя вот, получается, на все классы есть такие пушки. Есть даже пушки, которые, ну, не надо. О, кстати, ты меня перестрелял. 3-1 у нас с тобой счет. Не, Серег. Сейчас так не пойду, я сейчас как разыграюсь. Ну, у тебя времени не особо много осталось. Смотри-ка, меня еще надо обогнать каким-то образом. А я что-то разошелся, взрыватели голов. Вот тебе с этой пушки сейчас бы какой-нибудь мозголом, вышибатель. Уф, это просто сейчас что попробуем, было. А я сейчас как встану, вот тут вот мясо контрите, как... Опа. Опа, это что за попадос? Сильно не разгоняйся, дай шанс. Я пока да я даю шанс, я только проснулся, АК-103, я не знаю, я полностью расслаблен, как бы, все в твоих руках, и главное, не на супер много денег меня разори на следующую прокачку, то есть я каждую прокачку буду делать на, знаешь, на 70-90 тысяч кредитов, ну это, наверное, жестко будет. Да блин, знаешь, в каком-то просто моменте мы же вот крутили донат, и приходится крутить уже его просто для коллекции, потому что, ну просто все абсолютно есть, просто абсолютно, ты смотришь, есть все, блин. Максимум, куда деньги можно было потратить, допустим, купить шестеренки. Но событие не работало. Так да. Что можно было пару десятка кредитов именно сюда слить. Ух, какой я хорош! Я тебе, кстати, нормально там слил, получается. Я раз 7, наверное, умер вообще с чистым... Калашом. Но я вижу, у тебя 27 киллов, конечно. Можно еще меня догнать, но мне надо еще как-то больше расслабиться. А я что-то как-то наоборот сейчас вот вхожу более-менее во вкус. Давай! Нет, слушай, давай! Серег, ну, она пилит очень хорошо в тело. Я прям в шоке. Я вспоминаю Барретт, помнишь, была такая наша моя пушка? Недавно пробовал. Беретта, да. И чё как? Уже не помню даже название. Я представляю, если б я сейчас эту Беретту, блин, взял в 2023 году, это просто жопа была. Ну, может, на мясе еще можно было кого-то убить? Но не. Серег, мне разойтись, вечно контришь меня. Ой-ой-ой-ой-ой, я еще тут пистолеты взял, просто меня не остановить. Я сейчас еще респу законтрю, тебе нужно просто максимально сосредоточиться, потому что я встал в свою любимую позицию. А, это ты как раз, это как раз ты. Иди сюда, Серег. Дай! Блин, я только хотел вернуться туда, чтобы начеканить еще немного соперником. Кстати, меня кто-то обогнал. Да, тебя хорошо обогнали. Блин, я думал, ты первое место займешь, понимаешь? Типа, Old Warface, а опыт решает, все дела, понимаешь? Какой-то новичок зашел, получается, нагнул тебе или что? Получается, ну, мы с тобой на первых местах будем. 3-6 счет. Еще можно что-то сделать. Ну ничего, ты просто еще не разыгрался, я прям вижу твою реакцию, ты прям еще выбегаешь, даже не начинаешь при фаре стрелять. Потому что с этой пушки зажал левую кнопку мыши, можешь просто ее не отжимать, просто бегать. Зажато левой кнопки мыши, и все. Да. Вот сейчас почти серию из 5 сделал, но... По головам еще не летит у меня, не летит. Не привык, что отдача. Не заходит. Знаю, я тебе хочу сказать, что эта пушка ваншотит именно в голову. То есть сейчас немного таких штурмовых винтов, которые прям ваншотят в голову. Недавно пробовал играть с АК-12, помню, я ее пытался выбить, но она мне никак не падала, и сейчас... Молодец! Вообще нереально, вот нереально играть. Потому что ни ваншоты в голову. Ну, может быть, это я такой еще нубик. Но... Да, блин. Ну, слушай, 48-32. Я тебе скажу то, что это совершенно для первого раза, блин, неплохо. Где крушитель? Ну и как назло, Серёг, все пропадают. Как назло, все пропадают. Я уже почувствовал игру, Или нет? Меня ромбик убивает. Крушитель, расслабься. Мне крушитель нужен. Ну где он? Как раз тут... Опа, почти. Выходите на первое место.
Еще раз выходите на первое место. Нет, Серега, блин! Не-не, подожди. Нет, я резаюсь. Да! Первое место. Ну, знаешь, Серег, хорошим возвращением меня можно Спасибо тебе большое еще раз. Мне понравилась прокачка. И я очень старался для следующего подписчика, чтобы ты также прокачал ему круто аккаунт, как и мне. Возможно, даже лучше. Может быть, будет вести еще лучше. Все, всем спасибо. Давай, бро. Удачи. Пока. Давай, пока-пока. 36 тысяч кредитов. Я считаю, совершенно неплохо. А если бы в последние секунды я бы не занял первое место? Ай-яй-яй, что бы было бы? А чтобы не пропустить участие в данной прокачке, дорогие друзья, подпишитесь на все мои соцсети, ВКонтакте, Телеграм. Ссылки на все есть в описании. Не забудьте лайк поставить, подписаться, если не подписаны. Пишите ваше личное мнение в комментариях. Мы с вами увидимся. Всем удачи. Пока.